Друзья, всем привет, в эфире Мотолайф, видеообзор по вот такому серьезному мотоциклу. Это у нас Suzuki GSX R1300 Hayabusa. Вот такой вот шикарный аппарат, супер гонка. Последние цифры номера рамы 5523, даже не номер рамы, а ВИН-код. Мотоцикл полносильный, экспортная версия, то есть едет на все деньги. Сейчас мы заведем его, проверим работу оптики, сделаем кружочек, вот. И посмотрим более детально. Все, завелся, работает спокойно, хорошо. Так, дальний гриф щелкает, поворотники смотрим. Поворотники красивые, притонированные. Один есть, второй есть. Сигнал работает. Здесь также поворотник один, второй. Стоп-сигнал отрабатывает. Так, давай немножко показуем, послушаем его. На месте. Ну, звук, как вы видите, такой шикарный. Прям как положено. Мотоцикл передвигается. Едет. Серьезный аппарат, на самом деле, очень серьезный. То есть ехать может очень быстро. Вот, то есть никаких ограничений в нем нет. Версия на экспорт, как я уже говорил. То есть мотоцикл для того, кто знает, что с ним делать. Новичку на таком было бы, я думаю, немножечко неуютно. Но с другой стороны, если иметь кого-то в голове, какого-нибудь царя в голове, то было бы неплохо. Так, Вань, поставь на нейтраль, пожалуйста. Давай так, сцепление повыжимаем чуть-чуть, послушаем. Звук работы абсолютно не меняется, то есть со сцеплением у него все хорошо, корзина в порядке. Ну и сам двигатель работает очень хорошо, без каких-либо нареканий. Давайте посмотрим его поближе по внешнему состоянию. Итак, лобовое стекло притонированное целое. Передняя часть пластика, оптика, все в довольно хорошем состоянии. Нареканий никаких нет. Зеркала оригинальные. Легкая притертость здесь у нас есть на зеркале, вот, не критичная. Крыло все отлично выглядит, никаких повреждений на нем нет. Резина визуально выглядит неплохо, вот, ну там менять не менять, уже смотрите самостоятельно. Тормозные диски довольно толстые еще, выработка на пальце не ощущается. Так, колодки отсюда особо не увидим. Так, ну вот колодки, если видно, остаток еще неплохой. Ломы, зеркало чистое, точек, рыдвин, ничего такого нет. С этой стороны все то же самое, чистое, все замечательно. Так, радиатор. Как бы так пролезть, чтобы видно было. Вот насколько его там видно. Вот так вот, наверное, лучше. Все, радиатор весь целый. Соты без замятий. Все, состояние хорошее. Боковой пластик. Здесь у нас есть пару точек. Буквально. Не стали это все перекрашивать. Наклейки целые. Вот. Ну и здесь легкая притертость. Прям очень легкая. Вот, без какого-либо фонаря. А, ну вот еще чуть-чуть. То есть, ну не стали вот из этих мелочей перекрашивать. Как бы, я думаю, не критично. Рама оригинальная, заводская, все, сварные швы, все как и положено. Вот насколько ее видно, все целое. Подножки оригинальные, водительские, пассажирские, все целое, все на месте. Выхлоп стоит вот такой вот триовал. Довольно-таки интересный звук, симпатичный. Сзади у нас выработка также особо не чувствительна. Она есть, но небольшая. Колодки еще, в принципе, в хорошем остатке. Есть подкат. На мотоцикле боковой пластик. Все целое. Наклейки целые. Ручка. Все на месте. Резина задняя, так же как и спереди, с одного комплекта, выглядит довольно неплохо. В принципе, я думаю, можно ездить еще. Оптику мы уже видели. Все работает, все на месте. Хвост отсутствует у него. Вот, ну, японец снял, посчитал нужным снять. С этой стороны по пластику тоже без нареканий.
Так, Вань, подойди, пожалуйста. Открой мне сидушку заднюю. Сейчас посмотрим, что у нас под сидушкой. Под сидушкой у нас есть инструмент. Вот он тут лежит. Скрутка. Это у нас штанга под бак, подставка. Собственно, все, что должно быть, все штатное, все есть. Вот. Ну, в принципе, можно закрывать. Я думаю, здесь больше ничего интересного нет. Смотрим. Здесь защита цепи присутствует, все целое. Цепь выглядит вполне хорошо. Свеженькая звезда. Ну, также вот, насколько ее видно, выглядит, в принципе, тоже ездабельной. Подкат здесь тоже есть. Подножка пассажира, водителя. Все присутствует. Боковая подножка. Здесь по пластику тоже нареканий нет. Пластик весь довольно хороший. Все целое. Весь на болтиках. Болтики все чистенькие, аккуратненькие. Состояние хорошее. Рама с этой стороны также все целое. Крышка двигателя без нареканий. Так, здесь у нас по пластику также пластик весь целый. Клипса есть. Больше клипс я тут не вижу. Сидушки не показал. Сидушки оригинальные, целые, не перешитые. Сверху по баку нареканий нет. Есть вот здесь вот чуть-чуть, тоже две притертости имеются. Смотрим дальше. Грузик красивый, целый. Грипса не затертая. Ручка сцепления целая, без каких-либо нареканий. Шарик не затертый. Кнопки все присутствуют. Подогрев ручек. Здесь у нас ведро компрессии, тазик компрессии, комплект ключик один. Кнопки здесь все на месте, дроссель, все работает, возврат работает. Наконечник и ручка переднего тормоза также целая. Зеркало одно, зеркало второе. Смотрим по приборке. Приборка работает, общий пробег 26069. Вот, собственно, все замечательно. Вот такой вот шикарный аппарат. Suzuki Hayabusa GSX-R 1300. Очень симпатичный гипербайк. Всем спасибо, всем хорошего дня.